Лучшие представители молодежи со всего мира собрались в Сочи. Там проходит 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Подробнее о фестивале и участниках из Якутии в материале Айсены Бурнашовой. Фестиваль побил свой рекорд и вместо заявленных 20 собрал более 50 тысяч человек из 180 стран мира. Для столь большого количества участников продумано все до мелочей. Организаторы фестиваля обеспечивают полную безопасность на всех площадках. Участникам и волонтерам выдана экипировка, организовано бесплатное питание, а от гостиниц до места проведения мероприятий Олимпийского парка курсируют шаттлы. Более того, с первого дня фестиваля здесь работают ежедневные площадки и в качестве бонуса события дня. Мы посещаем образовательные площадки, дискуссионные площадки, где звучат различные позиции, но молодежь едина в одном. Мы должны жить в мире, в согласии, дружить, развивать все свои лучшие человеческие качества. Делегация Якутии очень активная, и мы рады, что Якутия звучит, Якутию смотрят. Из республики на данном форуме принимают участие более 250 человек. Это лидеры организации, лучшие студенты и молодые таланты Якутии. 150 человек прошли официальный отбор в составе делегации Республики Саха-Якутия. Помимо официальной делегации приехали более 30 человек. И они прошли отбор по квоте крупных молодежных общественных организаций, политических партий. И 40 наших волонтеров работают здесь уже начиная с 8 октября. Помогают при подготовке фестиваля. Ну и одна из наших самых главных площадок – это презентация нашего национального вида спорта «Масс-рестлинг», куда также приехали молодые ребята из Федерации масс-рестлинга, чтобы презентовать наш национальный вид спорта. Для диалога между нациями еще с субботы здесь, в медиа-центре, начали работать выставочные залы. Яркая палитра национальных костюмов, культур и традиций. Якутский стенд приковал внимание гостей и участников Всемирного фестиваля интересной 3D-фотозоной, история развития молодежной политики республики и интерактивной выставкой. Проходите. Да. Национальный художественный музей представляет выставку искусства Якутии. Представлены графические произведения якутских художников. Приложение вы можете бесплатно скачать в Play Market или в App Store. Скачиваете, открываете, наводим камеру на картину. И с помощью приложения мы видим, как оживает произведение искусства. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября. Перед лицом мировой молодежи выступят именитые спикеры. А помимо функциональных направлений пройдут насыщенные конкурсы, национальные вечера, забеги и мастер-классы. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Сочи, Олимпийский парк.